Собственно говоря, сейчас должна быть презентация конкурса «Герои косплей». Там, по идее, должны превозмогать, себя менять и всячески что-то делать. Да, по идее, да. Нам нужна Гена. Презентуй. Не надо так много, спасибо. Всем привет, меня зовут Гена, и я один из организаторов этого фестиваля. Я отвечаю за такие блоки, как одиночное косплей-дефиле, групповое косплей-дефиле и нон-стоп-дефиле. Могу сказать, что я уже 3 года с этим фестивалем, я очень люблю косплей. Это мое хобби, это моя страсть. Но кроме косплея в моей жизни есть другая сфера. Я фитнес-инструктор. Я фитнес-диетолог и фитнес-инструктор. Я помогаю людям становиться лучше, превозмогать. И родилась такая идея, чтобы помогать косплеерам быть лучше, становиться более похожими на персонажей. То есть, если у вас есть, например, какие-то недостатки, которые вам нравятся, не нравятся, и вы хотите работать над ними, то этот конкурс будет для вас. Если у вас лишний вес, я помогу вам составить план питания, и мы будем вместе работать перед конкурсом, и вы будете выходить на сцену, где будут оценивать не только ваш костюм, но и проделанную вами работу. В этом году я очень хотела презентовать уже конкурс с людьми, которые сделали косплей и смогли превозмочь. Но, к сожалению, так вышло, что в последние буквально дни у очень многих людей появились свои причины не быть на конкурсе. И только один человек смог поддержать меня, прийти, сказать, что у него получилось. Я попрошу сейчас выйти на сцену Крейвена. Можно, пожалуйста, слайд? Посмотрите. Этот человек похудел на 18 килограмм за 4 месяца. Чтобы он презентовал костюм, но, к сожалению, буквально за 2 дня до фестиваля костюм выпал из рук и развалился. Что? Это на самом деле было достаточно просто, как это не кажется странным. Просто решил работать. Начал работать. Мне не понравилось, что было на первой фотографии. Вот. А как говорит один очень хороший и человек, которого я всегда слушаю, любой может стать любым, каким бы ни хотел. И даже в короткие сроки, даже в 3-4 месяца можно измениться как угодно. Главное желание просто делать. Вот. Так что дерзайте. Есть желание измениться, если вы хотите быть более похожим на того персонажа, который является вашим кумиром, то я жду вас в следующем году на Герои косплея. Набор на конкурс начинается за 4 месяца до фестиваля. За 4 месяца до фестиваля мы начинаем с вами работать. Мы работаем с тренировками, мы работаем с диетой, мы работаем с питанием, мы работаем с образом жизни. Если вы хотите получить какую-то мотивацию, чтобы у вас были единомышленники, которые будут вас поддерживать, то обязательно подавайтесь в следующем году на этот конкурс. Становитесь лучше вместе с Вебконом.